Салют, братень, ты на канале не карате. Бокс не карате. Тут думать надо, братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Бокс не карате. Тут думать надо, братюнь, Стас приглашает тебя в свою бригаду. Я рад тебя приветствовать. Я спешу напомнить, бокс не карате, тут думать надо. Есть о чем подумать. Сегодня подводим итоги. Собственно, главный тренер сборной Казахстана подвел итоги двух УТС национальной команды, спарринг-поединков и в спорных категориях определился окончательно с составом на чемпионат мира по боксу, который пройдет в Сербии с 25 октября по 6 ноября. Я давал предварительные списки. Сегодня поговорим об окончательном составе. Наконец-то дождались. Благо его выкатили, комментариев много, много кто мне его скинул. Озвучь, брат, обязательно озвучу, никаких проблем. Обязательно напомню, если ты не знаешь, где смотреть поединки чемпионата мира, все поединки в хорошем качестве будут тебя ждать в моем телеграм-канале «Не карате». Ссылка в описании, заходишь, проваливаешься, подписываешься, и все поединки находишь непосредственно там в хорошем качестве. Это первый момент. Второй момент, не менее важный. Есть у меня Инстаграм, где проходят интервьюхи с разными боксерами. Есть что посмотреть. С Данияром Елеусиновым общались. Так что, брат, не пропусти. Обязательно подписывайся. Инстаграм некарате1984. И будет тебе счастье. Ну, а мы плавно переходим к списку. Если где ошибусь, вы уж меня поправьте в комментариях, постараюсь все корректно прочитать. Соответственно, 48 килограмм Темиртас Жусупов, до 51 килограмма Сакен Бибасынов. Большие надежды на этого парня возлагаем, надеюсь, все получится. 54 килограмма Махмуд Сабырхан, 57 килограмм Серик Тимиржанов, 60 килограмм Саматали Тольтаев, 63,5 килограмма Санатали Тольтаев, 67 килограмм Аблайхан Жусупов. Он же является капитаном команды, сменил Кункабаева. Кункабаев не едет на этот чемпионат мира. Собственно, Жусупов будет организовывать и поднимать боевой дух команды в качестве капитана. 71 килограмм Асланбек Шимбергенов, 75 килограмм Нурканат Раис. Прошлогодних призеров в этой весовой категории до 75 килограммов нет ни одного на нынешнем чемпионате, да. 80 килограмм Нурбек Оралбай. Оралбай, извините, меня всегда поправляют О на А, сорян. До 86 килограмм Бек Нурмагомбет. Очень любопытно будет посмотреть, как он выступит на этом чемпионате. До 92 килограмм Айбек Оралбай. И свыше 92 килограмм Нурлан Сапарбай. Нурлан Сапарбай, Түркістан облысынан келген өкіл. Нурлан Сапарбай енді Қамшыбек Қоңқабаевтың жылда қарсыласы десек те болатын шығар. Вот она, национальная сборная Казахстана. Братюнь, очень много молодых парней. Пожелаем всем удачи, никаких травм и только победы. Только вперед, только победы. Как говорится, Алга, Казахстан. Не забудь подписаться, королевский лайк и до встречи в следующем видео. Пока!